Всем привет, привет, YouTube, солнечная Италия на проводе. Я проснулась, спала так хорошо, загадала желание на новом месте приснить жених невесте, блин. Не помню, кто приснился, помню, что там куда-то такой сон немножко был с падениями. Утром я в 6 утра проснулась, потом 2 часа до 8 вот так вот валялась. А, что мне сейчас надо сделать? Мне нужно сейчас привести себя в порядок, подкраситься. И все. Можно было бы уже сбегать даже на этот, на завтрак. Все еще спят. Но я уже, наверное, не буду отличаться от толпы. Уже, наверное, на завтрак все вместе пойдем. Ой, нос обгорел вчера, точно красный. С ним не камуфло. Девочки, которые пишут в комментариях, что я мальчиком гожусь бабушке. Ну, вы уже прям преувеличили. Я гожусь мальчиком в мамы, да. Я могу вполне быть по возрасту мамой мальчика. Ну и что? Ну еще парень, который сидел в кафешке, все танцевать со мной хотел. Так он это тоже молодой. Сколько ему? 24, по-моему, или 25, 20, 23, 24 или 25 ему. 24, наверное. Вот. Ничего, не сами эти молодняк клеятся, я не знаю. Может быть, я не знаю. Я понимаю, что я с вами ваша ровесница некоторым. Ботокс нужно срочно, артист. Я понимаю, что я с вами ваша это самое, но что делать? Я понимаю. Все понимаю прекрасно, но что? Я неплохо выгляжу. Мне, я читаю ваши комментарии, но если я с вашим мнением не согласна, ну что я могу сделать? Что я могу сделать? Насколько я помню, как идти на завтрак. Блин, я на завтрак могла сходить сама. Продюсер говорит, я в 7 утра ходила. Я говорю, так я не спала, что ты меня не позвала на это. Я думала, ты спала. А пацаны еще спят, вставать не хотят. А как? Знаете, завтрак. Я знаю, что где-то вот здесь надо выйти. Надо можно было другим путем выйти. И потом зайти. Не туда, не туда. Но вот здесь, по-моему, тут заезд. Где моя маска? Да, вот он, отель. Я просто вышла не с того, там просто два входа в него. Сейчас я свою маску найду, чтобы не штрафанули. А что, пацаны, я без маски? А ты, ну, вот так вот они их снимают. У меня камера, телефон. Мне вот это 20 раз ее дергать, залазит в сумку. Так. Бонжорно. Senti, per fare colazione dove si può fare? Io il 12. E come funziona? Ah, va bene, va bene, va bene, grazie. Що у нас тут є? У нас є сок. Сейчас ми будемо пить сок, это по-любому. Я думала, здесь будут сосиски, а здесь що тут? Тортик, как вот я покупаю в магазине. Ну, короче, все супермаркета, понятное дело. Вот это вот все, что есть. Ну ладно, сок и булку тогда. Йогурты есть, между прочим. Между прочим, очень чисто. Очень чисто. И пахнет. Вообще запаха нет никакого. Прям пахнет моющими средствами. Скромненько. Но входит в цену. Так, ладно. Оранж. Мне скажи, а как функционирует магнит при приходе суку? Коза пиджу? Кому комплименты? Он был в альбергу. Где оранж? Grazie. Ma c'è un nuovo da cui zitto. Oh, è delicata vada. Ah,
Аранчо, аранчо. Так а что он с двух сторон одно и то же, что ли вытекает? Нет, это вода какая-то есть. Какой-то аранчо. Ананас более-менее. Я думала, тут сейчас как сосиски, вот это, знаете, там, яичница, пища богов там. Скромненько, но все равно маленький. Перекус нормальный. Мне очень понравилось. Я думаю, что пацаны не хотят идти завтракать. Они могут купить себе в кафешке бутерброд. Боже, как женщина ночью стонала. Не знаю, мы думали уже скорую ей вызывать. Очень долгий половой акт у меня был, кошмар вообще. Настроение хорошее. Просто замечательно. Написала, покупала, привела всех в порядок, как могла. Поговорила с мамой, с Еленой Павловной, с сестрой. Это обыкновенная булка. Вот обыкновенная булка, которую можно было не есть. Больше не буду. Не подумала сразу. Ньому. Ми скузі, Вікерії з Порки до Веселаша. Грать. Нічого особливого. Не маю хочу. Рыбки, смотрите, как ходишь на этот самый, на ресепшн. Смотрите, как. Здесь рыбки. Ви, грация. Все предосоло? Ага. По-моему, мы вот так ушли. Ой, как пахнет. Ой, как пахнет. Вот не видно. Прям блесками все. А куда я пришла? А, ну да, логично. Sono arrivata, eh? Ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Мне чисто надо. Так.
Я, правда, снимаю эти самые кроссовки, чтобы ноги не натерлись. Я кроссовки снимаю. Все, буду теперь ждать, пока все соберутся, и мы уже поедем. Салют а тутти, бонжорно. Бонжорно тутти. Кома дармито? Тут опонсо, да. Хорошо, спал. Это она как хуя. А, говорит, это ты сипекона. А, давай, приди. О, как ты такой. Да, це. Видиш, ти сей брала сесть тогда призвати чебати. Юпенцева чебати дано два. Мадонна. Я не могла здесь тапки взяли. Я думала, здесь тапки будут, по идее. Хорошо, я выгляжу, девочки. Неплохо. Для бабушки. Пока что здесь? Бонжорно. А, сила дольче, сила дольче. Ты ее кефириску салату. Но ее дольше да верно. Капучино. Ну bene, solo tu perché io dolce. Grazie. Scusate. Allora, per noi ci fai un cappuccino, per me un cappuccino e per lei una cosa. No, no, io no, io dolce no, 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 no. Questo qui è al pistacchio. Guarda, scusa, cannellone al pistacchio. Quale? Questo? Quello al pistacchio, sì. Ok, poi? E per me poi. Solo dolce? Sì, solo dolce, sì, grazie. Дове? Салату, ну, салату. Доменика, ну, салату. А, вот же Доменика, да, сегодня же воскресенье у меня нету, только сладкое. И Ноласа, он был... Мы фанис первую тогда раньше, если по паре. Вай. Сенца, сенца, грация. Грация, 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 грация. Аспета, интанто си пага субито, кулачки. Ну, было пиджак одевать. Я ничего не брала, только взяла свежевыжатый сок и все, потому что у него только одни булки. Сладкие, я имею в виду. Смотрите, здесь стоит такая свечка, типа кофе, да, и свечка, чтобы не улетала. Такие интересные ходят эти персонажи. Так, ребята, значит, что у нас? Капучино. Капучино. И сок точно такой же, как у меня. И, кстати, смотрите, это вот все мякоть. Это вот все мякушка, а это сок. Buon appetito. Grazie. Piatto pulito. Grazie. Ой, какой красивый. Посмотри, желтые панталоны, желтая этот, кроватка. Ну, этот галстук. Классно. Visto come bello che quando ha pantalone gialli e la cravatta gialla, molto bello. Bello, bello. Per questo la Roma è bella. Здесь классно, знаете, чем мне здесь нравится, что здесь ходят как хотят, и никто ни на кого внимания не обращает. Не, ну, 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 ну. Perché quando sono scesa nella cappella. Perché quando sono scesa a fare colazione lì, già mangiata un dolce di merda. Sì, no? Invece questo è buono. Io la mattina preferisco salato e poi per tutta la giornata sei a posto. Per tutta la giornata. Mi luce butterbrot qualcosa. Benissimo. Ну, ее дармита бене, 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 бене. Я классно спала, мне какой-то сон снился. Я же сказала, приснись жених невесте, и не помню, кто мне приснился. И не холодно было, но я уставшая была, не чувствовала. Холодно, Фредо. Дай, бэби, манжи.
Сяпри, ну то. Ла-ла-ла-ла-ла. Сегодня Лас-Вегас. А вот и личинка ста. Девочки, смотрите, какие у меня бусы. Мы выехали уже. Сейчас сборы, у меня такие вот перчатки. Немножко жарко в машине. Хорошо, что сегодня такая погода тоже. Вчера с погодой повезло, что не жарко, а не холодно. А вот это такие темпы, что фа мульту бене. Ну, какая-то, ну, фа фредо, ну. Рагаци, сиди пронти? Пронтисими. Жалко, кудри распустили сегодня. Делала, нифига. Ciao bello. Dove stiamo arrivando? Dillo Massimo. Agli studi televisivi. A Roma. Там, где снимаются все программы на телевидении, в общем. Мы едем. Ma ieri mi sa che abbiamo passato qui ieri, no? No. Думала, что мы вчера здесь уже это кружили. Qualche secondo si vede gli studi televisivi. Да, через несколько минут мы уже будем там, где телевизионные павильоны. Боже, так сердце ёкает, чисто сплачет. Eccoli. Benvenuti agli studi Gold. Говорите, добро пожаловать. Questi qui, Massi? Sì, sì. Gold TV называется на сегодня. На вот это. Он ли TV учил al suo cosa, vero? Sì, sì. Dove ho detto di parcheggiare? Qui dietro a quel taxi. И все те, кто будут принимать участие в... сидеть в зале, которые будут. Смотрите. Петри, кажется, спузат, какие чутаки, мне дево шандеря моду. Ты сенца ладжака? Так вот, девочки, жизнь меняется.